Всем привет, с вами Юла Хоум и Трейси. Короче, у меня сегодня хорошее настроение, и я решила, что сегодня идеальный день, чтобы последить за Леоном и Лизой Найс. Маленькой чпунькой, шмунькой, Лизочкой, вкусненькой Найс. Это было странно, но ладно. Я знаю, что они сегодня тусят вместе, снимают тиктоки, кушают, бегают, прыгают. Я планирую узнать все их секреты, тайны, о чем они думают, и рассказать вам, конечно же. Поэтому подписывайся, ставь лайки и смотри это видео до конца, потому что я разузнаю кое-что очень секретное. Сегодня я шпион, моя задача тайно пробраться к Леону в комнату. В принципе, я и так это делаю, потому что я часто утром беру его штатив, пока он спит. Думаю, с этой задачей я справлюсь на все 100. Поехали. Вот она, та самая комната. Ну, начнем с того, что здесь абсолютно не убрано. Но у меня мало времени. Короче, я хочу спрятаться где-то. Блин, зачем я взяла с собой кружку? Ладно, ее под кровать. Короче, мне нужно спрятаться. Наверняка они придут сюда. Окей, все, я знаю, как я замаскируюсь. Типа я Кирилл. Типа я Кирилл, я сплю. Я похожа на Кирилла? Really? Really? Пожалуйста, только придите как можно скорее. Ребят, это было очень глупо ждать их в комнате, потому что они, наверное, играют в игровой, лепят куличики, потому что их нет в комнате. Обычно они в комнате тусят, снимают тут тиктоки. Но именно когда я хочу за ними последить, они куда-то деваются. Короче, ждем 5 минут. Если их не будет, то я ухожу отсюда. А пока чуть посплю. Конечно, наступай на обувь. Спасибо, Лиза. Кирилл спит. Кирилл по жизни я. Очень часто храпит, но почему он не издает звуки со мной? Это странно. Мне нужна будет твоя помощь. У тебя места мало? Да, мало. Мне нужна будет твоя помощь. Сможешь помочь? Ты хочешь себе... Я смогу помочь. Точно? Да. Нет, не точно. Нет, мало ли ты не умеешь. Пошли. Я все умею. Да. Что ты все умеешь? А все умею. Ты готовить не умеешь. Ничего страшного. А почему я готовлю? Нет. Ну, ладно. Ага. Что? Я не хочу участвовать в этом челлендже, я извиняюсь. Что это было только что? Что помочь? Что умеет? Так, я не могу понять. Так, он сказал... я хочу, чтобы ты мне помогла. А вдруг ты не умеешь? Я все умею. Что умеет? Там они! Надо выйти отсюда. Приветик! А что вы делаете? А я тебе не могу сказать. Почему? Потом узнаешь. Я узнаю. Ну все. Все? Это сюрприз? Ну, это больше вау, новость. Мамочки. Это вау новость, которую знают все, и вы только вдвоем там. Ну, еще может бум подключится. Бум? Ну да. Но вы удивитесь. Окей, а твои родители будут позитивно относиться к тому, что ты помогаешь Леону в этом деле? Честно, не знаю, ну, надеюсь. 21 век. Вот такая пасхалочка. Окей, а когда мы об этом узнаем? Час, два. я не знаю, когда ты выйдешь. Мы пойдем к Буму, поговорим все. Да. Понятно, хорошо, спасибо. Ребят, вы это слышали? Они собираются делать какое-то дело. Лиза, Леон, Бум. О котором мы узнаем через час-два. И 21 век, смотря как родители к этому относятся. Это странно. Леончик начал уже палить, что меня постоянно нет. Короче, это ужас, я должна это остановить. Я не знаю, что это. Это звучит очень странно. Они хотят пойти в комнату к Буму и сделать это там. Пошли в комнату. Трейси странная.
Да, есть такое. Может, у нее нет денег на ногти? Может, у нее нет денег на лак? Лак? Лак. Идем красить. Нет, нужно к Бумчику сходить и спросить у него, что он даже купил. Вот. Он тоже чего хочет накрасить? Мы вдвоем взяли. Я взял 2 цвета, он взял 1. Поэтому мы сегодня будем модные подружки. О, класс! А я тут не в тему, да? Ладно. Нет, как бы, но... Ребят, нас вырубили свет. Я думаю, мне это на руку, потому что мне будет легче прятаться. Короче, я иду срочно в комнату к Бубуму. Ой, Никита, ты спишь? Задолбал меня спать. Что ты хрюкаешь? Сумасшедший. Боже, с такими темпами я засну. Когда свет включат? Серьезно, блин? Издеваются или что? Ладно, сейчас глянем, что у меня там в листе. Эй! О-о-о! Да? Ты готов? Там то, что мы сегодня обсуждали, то, что мы сегодня ходили убрали. Да. На самом деле, я не знаю, я очень сильно постараюсь это сделать, но не факт, что был... Бэм, у тебя понос? Это главное, не переживай, все будет окей. Ну так что? Ты где твоя? Да, вот моя. Вот, моё. А, то есть вам вдвоем это сделать? Да. Да. Неги, ты спишь? Может, ему снахиды странные снятся. Тут будем делать это? Слушай, а может... Какой идиот. Давайте. Может, тут... в тишине это будем делать? Давайте тогда в другой комнате. Да, да, потому что тут слишком странные звуки, бэм! А еще это лучше в тишине делать, да, чтобы никто не видел. Чтобы никто не видел, да. И еще мне надо кое-что будет взять для этого. Окей, супер, выйдите. А, я сейчас подойду. Да. Вы что, обалдели? Что вы собираетесь делать? В смысле, аж? Где они? Я не понял. А тебе какая разница, и где ты... Вообще, какого хрена ты послушала, и тебе какая разница, что мы будем делать? Потому тебя это не должно волновать. Ты сделать что-то ужасное. Не ужасное, тебя это вообще не должно волновать. А что это будет первое? Делать? А во-вторых, она была в твоей кровати, я думал, это ты. Что? Ты вас на мою кровать? Да, потому что я спешу за Лизой и Леоном, это была изначально просто шутка, а в итоге оказалось, что они собираются сделать кое-что ужасное. Понимаешь? Ну, выскажи. Пока. Подожди, ты же понимаешь, что это ненормально? Что ненормально? Ну зачем это все делать? Ты что, Стрейси, с ума сошла? Иди занимайся своими делами. Нет, я с вами не буду. А куда с нами? Стрейси, нет! Открывай! Нет! Стрейси, ты что? Открывай дверь! Да отстань от нас! Что вы тут делаете? Я сначала тогда Леону, а потом тебе. Лиза! Что? Что происходит? В смысле, ты о чем? Лиза, ты что, сошла с ума? В плане. Я следила за вами все это время, я все слышала. Так, садись, или с тобой будет то же самое. Что именно? Трейси. Да, Лиза, взяла вот ничего. Мы хотели сделать, мы не хотели договорить никого. Ребята, вы сумасшедшие, скажите. Ну никому не говори, пока мы это не сделаем. Нет, вы не будете. А мы ей предложили, а она сразу села. Нет, ребят, вы не будете этого делать. Почему? Ну потому что это ненормально. Мы имеем право это делать. Нет, вы не имеете права. Почему? Мы сняли все, что надо было по графику, значит, свободное время. Да. Нет, вы не имеете права. Я просто возьму и позвоню твоей маме. И что, я скажу, что, о, ребята решили покрасить ногти, я им не разрешаю. Ты так скажешь? В смысле покрасить ногти? Ну, мы купили лак.
И а мы хотим, чтобы Лиза покрасила нам ногти. Мы не знаем, кто может еще сделать это лучше, чем она. Я не понимаю просто, в чем проблема, Трейси. В чем проблема, чтобы она покрасила нам ногти? В смысле, вы просто хотели покрасить ногти? Мы купили сегодня лак с бумчиком утром. Мы хотим покрасить ногти, потому что мы не знаем, кто это сделает лучше, чем мы. Помните, тогда мы сидели у меня в комнате, и Никита якобы спал? Mm. Так это был не Никита, это была она. Это ты сопела. Трейси! Что ты забыла у Бэма на кровать? Послушайте, я не знаю, я слежу за вами сегодня целый день. Ну просто я решила, что это будет прикольно. Что прикольно? Я за тобой потом в душе буду подглядывать. Прикольно будет? То есть, ты думала, что мы хотели сделать... То есть ты думаешь, что мы хотели сделать что-то плохое, и это прикольно за нами послушать? Нет, я объясняю. У меня просто было хорошее настроение. Я решила просто последить ты за Леоном. Ты решила потратить день на то, чтобы за кем-то последить, когда у тебя хорошее настроение. За Леоном и Лизой. И потом в какой-то момент я еще замаскировалась в вашей комнате под Кирилла. Стой! Нет! Подожди, реально? Вот, и вы начали обсуждать какую-то странную тему. Но потом, когда вы сказали, что еще и бум... Подожди, а где Кирилл? Я не знаю, где он. Я не знаю, где лопата. Кто брав, ты брав лопату. Так подождите, ребят, это просто покрасить ногти. Ну да. А ты что подумала? Я ничего. А что ты подумала? Я ничего не думала. А что ты нам не разрешала тогда? Я ничего не подумала, но я вам не разрешала, потому что... Вы, ну, пойдете там на кухню. Ну, в принципе, вы действительно хотели ногти покрасить, получается, да? Да, тоже. Не, ну, мы просто купили этот... Рано утром ходили в магазин ради того, чтобы... Пешком шли обратно 40 минут. Хорошо, Лиза, тогда я уйду. Окей, ладно, я ушла. Все, красьте свои ногти. Окей. Мы друг друга не поняли. Челлендж. Так, а что ты подумала? Я подумала, что вы хотите пойти на кухню покушать Несквик. Втроем. Угу. Без... Потом, ты потом нам скажешь, а что, нам что типа нельзя подумала? Молочное? Ну да, у вас все будет несварение желудка. Как у тебя сегодня? Да. Окей. Вот, ну ладно, пока. Пока. Так что вам красить ногти? Да. Давай. Кому первому? Мне. Я не знаю, что как будет хочешь? Лучше. Либо вот эти два зеленым, а этот серым. Да, 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 так будет классно. Да. Или наоборот. Нет, да, да, нет. Не, да, давай так. Давай. Ты издеваешься? Мы сейчас тебя покрасим тут. А почему вы еще не начали красить? Мы выбирали... О, иди сюда, совет. Либо вот эти два зеленым, а этот серым, либо наоборот. Вот эти два зеленым, а этот. Мне нравится первый вариант. Зеленый, серый. Угу. Да. Все, давай. Давай, начнем. На двух руках ты будешь? Я сейчас посмотрю. Я не могу понять. А Лиза, ну что, мастер маникюра? Но она говорила, что она занималась этим. Да. Да? Угу. Мы еще не стали больше никого просить. А ты тоже подожди, ты сказал, ну, что... Ну мы же к вам подходили, вы говорили, что мы все гель-лаком. Гель-лак, мы ездим в салон, мы тратим деньги на гель-лак, потому что мы богатые, а мы бедные. Бедные мальчики, которые не могут позволить себе... А теперь замри. Переверни. Все, давай второй. Почему это нужно было держать в секрете? Потому что мы не знали, как вы это воспримете, и мы хотели заснять реакцию. Ну, кто-то у нас не гомонный. Ну что, я в несколько слоев рублю. Ну, не дергать, сидеть. Так что, Трейси, ты все еще боишься, то, что мы будем делать? Да, боюсь. Слушайте, ну а зачем так это было скрывать, мне до сих пор непонятно, но ну, ладно. Подожди, от кого мы это скрывали? От меня. Так ты пряталась, как мы могли, мы тебя даже не видели. В смысле, я когда зашла к вам в комнату, вы сказали, вы узнаете об этом через час-два. Ну. Мы сделаем это втроем. Ну. А, мы хотели реакцию. Ну, сюрприз, реакция. В общем, этот жест я показывать вам не буду, потому что я вас люблю. А вы можете подписаться на YouLove, подписаться на наши инстаграмы, поставить большой палец вверх, написать нам приятные комментарии, потому что мы все читаем. Вот, и все видим. Я не говорил, что я мастер. Я говорю, да, что вы взяли говнолаки, да, простите срочно. Меня. Да, просто так мы... надо вот так, надо перевернуть пальчики, вот так делать. Это вот мастер посоветовал. Мастер Лиза Найс. Лиза мастерская Лиза Найс по ногтям. Ссылка в описании. Оно реально помогает. Ну, помогает. Конечно, помогает. По голове постучись. Если кому-то нужны модели для маникюра, пишите нам в наши инстаграмы, мы приедем, сделайте нам крутой, классный маникюр. Также можете перейти в инстаграм и написать, как вам мои ноготочки, ноготочки Бума. Вот эти, которые ещё не покрашены. Все ссылочки есть в описании. Тебе
Трейси, ты следила весь день за мной? Да. А чё, когда я мылся, тоже следила? Конечно. В каких я трусах? Фу, я не когда следила. Когда ты мылся, ты был без трусов. А ты я тоже начала следила? Ну ладно, тебе можно. Но мне кажется, эта херня лучше, чем думала. Это лучше, чем гель-лак. Да, эта херня реально лучше, чем то, что ты придумала. В общем. И целом. Мы покрасили ногти. Да, ребят, пишите, кому ногти идут больше, Леончику, Любомчику или им двоим идет это. Но на самом деле это выглядит ужасно, потому что они купили самые дешманские лаки в магазине и хотят от нас какого-то мастерства ребят, невероятного. На самом деле мы купили самый дорогой лак, который есть в продаже. 9 гривен. Какие 9 гривен? 9 долларов. 9 долларов. А, 9 долларов. По курсу, который был, будет в будущем, это где-то 80-200 гривен за 1 доллар. Вот. Тем самым просто мы сделали вывод, что девочки не умеют красить ногти, потому что они зажрались и ездят на гель-лак. Правда, он заколет, да? На самом деле, я сама себе делаю гель-лак иногда. Серьезно? У меня есть типа прозрачный специальный, я его наношу, он как-то... У нее есть специальный прозрачный, но она сказала нам красить нашим. Я хожу на гель-лак, и поэтому мои ногти топовые, а у них не топовые. Очень. Ребята, еще пишите, хотите ли выпуск, где мы будем делать женские штучки с пацанами. Если вам это интересно, то мы этого не хотим, но если оно наберет много лайков, то мы это сделаем. Не хотим, не хотим, конечно не хотим. Мы этого не хотим, но если это наберет много лайков, то конечно может быть мы это сделаем. О, сказала богатая женщина. Очень добрый день, оценочку. Вау, мазафака, твою мака, ничего себе. Как тебе эта мастерская работа? Оценочка, ну, мне делала Трейси, ему делала Лиза. Они делают из уже, они купили дешманские лаки. Они не умеют красить. Давай, оценка. А ну дайте посмотреть. Дайте посмотреть. В общем, вы видите, кто в доме ЧСВ, да. Кто в доме ни с кем не общается. В первую очередь думает о себе. Итак, также у нас проходит конкурс на Apple Watch. На колоночку AirPods и на колоночку JBL. Что нужно сделать? Все, что нужно сделать, это зайти по ссылочке в описании в наш Instagram. Там есть все условия, а условия вкратце простые. Это подписаться на You Love Home на YouTube. Ты уже не замечаешь, идешь You Love Home, да. You Love Home на YouTube. Девочки, маникюрчик. Вам нужно... Тихо, женщина, дай мне сказать! В общем, вам нужно подписаться на наш Instagram и на наш YouTube и ждать результаты. А результаты на минуточку какого числа? 30 числа в 8 часов вечера. Я хочу по киевскому времени оставить себе. Много хочешь. Итак, пошли дальше. Пошли, Никиту покажем. Опа! О, добрый день. Подружка, давай к нам. У вас Петров укусил, да? Андрюша. А что, ты тебя тоже укусить? Нет. Дома поговорим. Салатовый мне не нравится, серый норм. Серый норм, да? Салатовый. И салатовый ты выбирал, помнишь? Нет. Мы же говорим, салатовый сам. Так, все, нам не друг, идем дальше. Максик. Мы самые первые в этом, да, хотел играть? Ага, ты хотел меня удивить, смотри, чувак, я в розовых носочках, а здесь у меня вчера сделал гель-лак, маникюр с бабочками, да, и новогодней феей. Чувак, а ты отстой, научись наконец-то смотреть тренды, да? Ой, а почему даже у него есть деньги? Ребята, скидываемся нам. Короче, сбором. Я пошел на шугаринг, вас записать, мне еще брови нужно сделать. И патчик. Все, окей, давай. Устанавливаем патчик. Запрети мне носить стонайлон, в нем я скала, в нем все меня боятся. Запрети мне носить стонайлон, все ночи, что днем, все меня боятся. Днем. Ребят, это, конечно, все очень весело, что все заканчивается ногтями, но изначально видео было о том, что я слежу за Леоном и Лизой 24 часа. Мы сломали этот тренд. Мы, да. Еще мы и бум пристроился. Короче, мы сломали этот челлендж. Ну, что я могу сказать? Мне кажется, я не справилась со своей задачей, я не смогла дотянуть интригу до конца. Вот, но зато я сделала полезное дело, накрасила буму ногти. Вот, так что, да, хоть я и не справилась, все равно прошу вас поддержать нас, ставить лайки, писать комментарии. Вот, и, конечно же, я знаю, что многие смотрят наш канал и не подписываются. Получается, вы смотрите каждое видео, каждое, и еще не подписаны? Why? Ну, это не очень красиво. Так что подписывайся на наш канал. Подписывайся!
Подписывайся на наш канал, ставь лайки. Ставь лайки! Пиши комменты, что ты хочешь видеть следующее. Что ты хочешь челленджи, следующее? Приколы и так далее. Приколы. А мы пойдем, погнали. Смывать эти ужасные ничего, ногти. Мы не пойдем, и записывать пацанов на гель-лак. Еще бэмбичку запишем тоже. О, за ваш счет. Че, малая, пойдем? Тебе мы сделаем блёстки. Чувачок, они не... Ой, ужас.